40 кленов и 76 туй ждут своей очереди на посадку. Для подросших саженцев у 4-й Звенигородской школы в микрорайоне Супонева уже выкопали ямки, а рядом насыпали землю. Теперь необходимо будет лишь закопать и полить дерево. Самой юной участнице экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» Софии всего 3 года. Она пришла сюда вместе с мамой, которая работает в школе учителем. Несмотря на юный возраст, малышка уже знает, как сажать деревья. Надо копать ямку маленькую, закопать деревья и полить. И полить. А из чего поливают? Из лейки. Из лейки? Да. Какого цвета лейки, смотри? Зеленые. Зеленые? Да. А лопату тебе дадут? Да. Будешь копать? Да, ямку. Ямку? Да. А в чем копать надо? Да. Футболки и перчатка. Вместе со школьниками и учителями, муниципальными депутатами-единороссами и общественниками посадил свое дерево на территории образовательного учреждения и глава округа Андрей Иванов, тем самым дав старт ежегодной акции. После этого он осмотрел остальные посадки, дал рекомендации школьникам по правилам высадки деревьев и пообщался с жителями. Садил дерево свое? Пока нет. Или только смотришь? Всего в Одинцовском округе планируется высадить более 1000 саженцев. Посадки проведут на 60 участках. Экологическая акция продлится до 20 сентября. Мне самому очень нравится, очень приятно. Я уже много раз участвовал в данной акции. И буду продолжать активно участвовать. И всем рекомендую, всех призываю. После дружной работы по озеленению территории школы участники мероприятия смогли поделиться впечатлениями друг с другом и подкрепиться горячим чаем со свежей выпечкой. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».